Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами будем делать узор на тарелке, то есть на готовой модели, сделанной в 3D Max. Мне нужно будет нанести узор. Это будет по канту узор, и внутри тарелки тоже будет узор в виде дерева. Итак, начнем. Создаем новый файл. Модель. Задаем размеры холста 300 на 300, также разрешение 2548 на 2548. Разрешение делается для того, чтобы экспортированная модель и модель, которая будет также делаться программе RADCAM, была без артефактов, без всяких там ребристости поверхности, потому что все это будет отражаться на сделанной вами модели, детали уже непосредственно на станке. Поэтому начинать нужно все с программы. Вот. Окей. Так, появилось у нас двухмерный вид и трехмерный. Переходим в трехмерный. Задаем нулевую точку нашей модели. Центральный пиксель. Так, теперь переходим в вкладку рельефы. Импорт 3D модели. Тарелка, сделанная в программе 3D Max. Открываем. Так, видим нашу тарелочку. Она очень маленькая. Да. Поэтому мы ее увеличим здесь, масштабируем. Вот. Здесь ставим 0. И жмем кнопку «Вставить». Все, наша экспортированная модель из 3D Max вставлена. И теперь мы будем продолжать работу в RADCAM дальше. Переходим во вкладку «Траектории», нажимаем кнопку «Задание заготовки». Здесь мы задаем высоту нашей, глубину нашей заготовки. Вот, толщина самой детали 22 мм. Мы зададим заготовку 23 мм. Жмем ОК. Появляется бокс, определяющий глубину нашей заготовки. Так, сохраним файл. Тарелка. Сохраняем. Все, заготовка наша помещена. Модель тоже. Все на местах. И теперь можно начинать непосредственно моделить узор, который я хочу. Здесь вот будет у меня. И внутри тарелки тоже будет. Все это мы будем делать с помощью векторов, копирования, вставок и всеми присутствующими инструментами в программе RADCAM. Значит, основание мы оставляем, трогать его не будем. Для этого мы добавляем, чтобы делать наш узор, добавляем новый слой. То есть мы будем делать модель послойно. Вот. Дальше мы с вами загрузим наше изображение тарелкой, которую произвольно скачал из интернета, сделал в 3D Max модель. Вот, и
Сейчас, значит, продолжим моделирование. Сначала вставим образец. Вот, и с помощью векторов будем делать наши узоры. Вот как выглядит картинка, которую я скачал из интернета. Это тарелка. Вот, она достаточно неплохо получилась в 3D Max. И теперь мне нужно нанести вот эти вот узоры. Я хочу их сделать объемными. Здесь они просто покрашены, а я хочу сделать объемными. И также хочу сделать вот эту вот картинку. Видите, вот дерево. Возможно, это человек. Плохо видно. Опять я плохого качества картинка. Но ничего страшного. Вот. Я, значит, сделаю просто одно дерево, вот эту вот землю. Вот. Ну что же, продолжаем дальше. Так, теперь нам нужно поместить наше изображение в программу RedCam. Для этого переходим в 2D вид. Заходим вот в эту вкладку Raster. Открыть. Выбираем наше изображение. Открываем. Далее нам нужно сделать из нашей вот трехмерной заготовки модели двухмерный растер, такой как здесь. Для этого мы выбираем наш слой. Здесь давайте переименуем, что это будет узор. Таких слоев у нас может быть несколько. Это назовем заготовка. Заготовка. Сохранимся. И давайте сохраним еще копию. Так, на всякий случай. Папка уже изменилась, конечно, да? Ну ладно. Вообще, конечно, стоит делать копию нашего файла на всякий случай, потому что бывает, RedCam слетает, и вся проделанная работа может улететь. Так, для этого выбираем наш слой и жмем вот эту кнопку «Создать растер в оттенках». Он сразу назвался заготовкой. Переходим в 2D вид и видим нашу модель. Это делается для того, чтобы когда мы снимем копии в виде векторов с нашей вот этой картинки, мы могли свободно, а самое главное, точно расположить наш рисунок на нашей будущей работе. То есть это будет по канту весь рисунок и в центре то же самое. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!